Всем привет, с вами Inform TV. Книга Дмитрия Шепелева «Жанна» претендует на звание бестселлера уходящего года. Толпы поклонников «Жанны» сметают издание с полок в надежде получить долгожданные ответы на вопросы. Как на самом деле любимая певица прожила свои последние месяцы и кто реально помогал ей бороться с раком? В своей книге телеведущий попытался дать отпор многочисленным нападкам семьи Фриске и подробно описал свою версию происходящего. Как утверждает Дмитрий, отношения с родственниками его любимой Жанны с первых минут знакомства были натянутыми. К нему присматривались, оценивали, обсуждали и жутко ревновали, ведь он стремился занять особое место в ее жизни. Даже то счастье, которое обрушилось на всех с рождением Платоши, не могло сблизить родных певицы. А уж новость о ее болезни и вовсе разбросала этих людей по разные стороны баррикад. Если верить Шепелеву, в этот момент у кровати Жанны не было никого. У него складывалось впечатление, что никто из ее родни не понимает серьезности положения. А родители Жанны якобы и вовсе исключили себя из процесса поиска спасения для дочери. О том, как Жанне становилось хуже с каждым днем, Дмитрий тоже подробно описал, не стесняясь натурализма. Шепелев также признавался, что стал напиваться по вечерам, пил водку как воду, пытаясь забыться. Цитата: «Мне было так одиноко, и я был совершенно опустошен. Я погибал вместе с Жанной», – пишет телеведущий. Следующая цитата: «Иногда я не узнаю мою Жанну. Она живет пустой и бесцельной жизнью. Не помнит, что я говорил ей 15 минут назад. Мало с ребенком. Забыла про спорт. Много одна и много спит. Наверное, она и раньше была такой. Только сейчас все худшее в ней стало особенно заметно, а все лучшее спряталось. Я позволяю себе злиться на ее забывчивость и лень, раздражаться на пустоту в ее голове. В конце концов, требовать ее внимания. И к ужасу начинаю понимать, лучше не будет. Злюсь и все меньше подстраиваю свою жизнь под нее, иначе боюсь, что тоже скачусь в пустоту. Я отдаляюсь от нее так же, как и она от меня». Измученные долгими месяцами скитаний по больницам, беспощадными прогнозами врачей, нехваткой сил, Дмитрий принимает решение о переводе любимой из одной немецкой клиники в другую. Но другая – это уже был хоспис, а сам улетает в Москву. На деньги, собранные для лечения певицы поклонниками, по словам Шепелева, сделали 4 инъекции иммуномодулятора. Казалось, эти уколы вернули Жанну к жизни, но чудо длилось недолго. Спустя 9 месяцев действие препарата прекратилось. Настала пора вновь принимать решение. Со слов Шепелева, с тех пор его больше не подпускали к Жанне. Дескать, ее отец считал, что на дочери проклятие, поэтому выбрал иные способы лечения. Через 4 месяца певицы не стало. А маленький Платоша сейчас уже совсем взрослый. В интервью Шепелев признался, что оберегает сына от излишнего внимания прессы. Мальчик еще не задавался вопросом по поводу мамы. Платон видит ее на фото, слушает ее песни, смотрит видео. Но телеведущий однозначно решил говорить ребенку правду. По этому поводу он даже консультировался с психологом. А как вы считаете, кто был прав в этой истории? Шепелев или родные Жанны? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!